Кадровые перестановки в исполнительной власти региона, как и предполагалось, произошли. Место Ольги Хасбулатовой заняла Ирина Эрмиш. Теперь она заместитель председателя правительства, руководитель комплекса социальной сферы. Ее бывшую должность директора департамента социальной защиты займет Марина Кабанова. Представительство Ивановской области в Москве в ранге заместителя председателя правительства региона возглавит Олег Пташкин. Ранее он руководил дирекцией Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области перешел в комплекс внутренней политики. Теперь курировать культуру будет зампред, а по совместительству историк Андрей Кабанов. Вопреки слухам, глава Ивановской администрации остался на своем посту. Александру Кузьмичеву пророчили руководящую должность в комплексе соцсферы. Впрочем, Павел Коньков не отрицает, что перестановки еще нужны. Право полностью сформировать команду он оставляет будущему губернатору. Я, честно говоря, думал о возможных структурных и дальнейших изменениях в комплексе, но все-таки решил этот вопрос оставить будущему губернатору Ивановской области, который будет выбран в сентябре.